Сегодня Международный день стоматолога, праздник врачей, благодаря которым наша улыбка становится еще краше, а зубы крепче. Профессиональный праздник стоматологов в республиканской поликлинике побывала наша съемочная группа. Репортаж Аллы Динаевой. Профессиональный праздник стоматологи встречают на своем рабочем месте. Поток пациентов увеличился, потому что с 6 по 11 февраля в республиканской стоматологической поликлинике проходит неделя развития ответственного отношения к здоровью полости рта. С этой программой пациентов стало больше. Каждому пациенту мы оказываем должное внимание. Проводим консультации, профилактические осмотры. Непосредственно я выявляю наличие кариозных полостей, а также различные патологии в полости рта. Мы их, конечно же, лечим и даем рекомендации в последующем. Акция бесплатного профилактического осмотра в стоматологии проходит во исполнение указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года и плана, разработанного Минздравом Карачаево-Черкесии. В рамках этой недели проводятся бесплатные профосмотры в стенах нашей поликлиники. Мы с большим удовольствием приглашаем всех гостей и жителей республики на профосмотры. С 6 февраля мы постарались проинформировать население республики в своих соцсетях, на сайте, информировали благодаря помощи других лечебных учреждений. Люди идут, пациенты на профосмотры. Я надеюсь, что до конца недели еще пациенты будут идти. Мы ждем всех и каждого. Профилактика позволяет не только выявить заболевание на ранней стадии, но и своевременно за короткие сроки с меньшими затратами провести лечение и предотвратить некоторые болезни. Я узнала из социальных сетей, и вот, собственно говоря, мы и так собирались в больницу, в поликлинику приходить с малышом, поэтому как раз решили воспользоваться такой возможностью и прийти проверить полость рта и у ребенка, и у себя, соответственно, сделать профилактику, если понадобится, ну и подлечить, конечно, зубки. Во время обеденного перерыва, выкроив немного времени, большой коллектив республиканской стоматологии собрался вместе на торжественное мероприятие. Теплые слова звучали от коллег, а после рабочий день продолжился. Неделя профилактики еще продолжается. Кто не успел, либо не было возможности попасть раньше, мы всех ждем желающих, в том числе и выходные, так как будут дежурные врачи, которые с удовольствием примут также на профосмотр. Доктора еще раз напоминают, что даже при полном отсутствии симптомов посещать врача-стоматолога необходимо не реже, чем 2 раза в год. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.